сейчас, когда она летала по ночам. Но ночью за окном темно, и она улетала все равно. А он дарил ей розы, покупал ей духи, посвящал ей песни, читал ей стихи. Он хватался за нитку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. Однажды ночью вышла именно та. Чего не спать?